Задолжали 10 миллионов. Владимирские коммунальные системы распространили официальный пресс-релиз. В нем говорится о том, что муниципальное предприятие «Владимир Пассажир Транс» не платит за электроэнергию. Напомню, этот перевозчик отвечает за работу троллейбусов в городе. По данным сотрудников ЭКС, «Владимир Пассажир Транс» уже 2 месяца не перечисляет им ни копейки. Последний платеж покрыл долги за июнь и частично за июль. Перебои с платежами, как говорят в ЭКС, у транспортного предприятия начались давно. Тем не менее, сейчас ситуация, по мнению поставщиков электроэнергии, достигла критической точки. К сожалению, размер долга достиг такого размера, что сейчас уже возможно речь вести об ограничении подачи ресурса данному предприятию-должнику. Мы не заинтересованы в том, чтобы Владимир Пассажир Транс прекращал свою работу. Мы прекрасно понимаем, что троллейбусы важны для жителей нашего города, но давать им возможность платить долги за электроэнергию бесконечно мы тоже сделать не можем. По словам Александра Васина, сейчас предприятий-должников все больше. Вероятно, это связано с непростой экономической ситуации в стране. Долг висит и на другом социально важном муниципальном предприятии «Владимирводоканале». Он задолжал ВКС 5,5 миллионов. Работа с этим должником тоже ведется, но, скорее всего, по словам представителя ВКС, дело может решить только суд. Мэрию Владимира информация из ВКС очень удивляет. По словам начальника городского управления по связям со СМИ, да, действительно, на начало года Владимир Пассажир Транс должен был за электроэнергию 20 миллионов, но на конец сентября долг сократился до 7, и руководство транспортного предприятия продолжает его погашать. Если у кого-то чешутся руки по рубильнику, пусть ищут реальных должников, но отнюдь не в троллейбусных депо города Владимира, а по другим адресам. Я хочу сказать главное. Наши уважаемые пассажиры могут не волноваться. Владимирский троллейбус был, есть и будет. И мы постараемся сделать все, чтобы это предприятие по-прежнему демонстрировало финансовую устойчивость. А на месте уважаемых энергетиков я бы вообще припас грамоту руководству Владимира Пассажир Транса за платежеспособность и финансовой ответственности.